очень близко возле его руки. И одновременно с этим движением правая рука поднимается вверх. Естественное движение, вот таким. Продолжайте движение, не останавливая. То же самое. Закрепить точки опоры служит пол. Поэтому в этом положении, если вы даже легко нажмете, это будет тяжелая травма. Либо перелом пальца, либо травма сухожилия. Медленно еще раз. Чем делать шаг вперед? Не важно, какой ногой он двигает, не играет вообще, хоть он вот так бьет. Ваша задача сместиться одновременно вот с таким движением вверх. И продолжим движение дальше. Вы в устойчивой стойке, весь тело здесь. Просто. Значит, очень важно, вот в таком положении вы не делаете прием, он уйдет. 45 градусов. И просто прямая рука, абсолютно расслабленная, наклонится вниз. Что такое? Что? Что такое? Что случилось? Работаем.